как многие эксперты пытаются рассказывать, всех уничтожат. Вот. Ну и, в принципе, и здесь произошел определенный раскол, потому что вмешались Соединенные Штаты Америки, они поддержали Израиль, начали давать Израилю танки, начали давать там артиллерию, помогать именно воздушными коридорами провозить. В момент этого всего происходящего Египет кидает Сирию и прекращает боевые действия. И как бы Сирия остается один на один с Израилем. И получается, как бы итог понятен, да, что как бы там кто не поддерживал тогда сирийское правительство, многие говорят, что там и Советский Союз поддерживал, да, вот, но тем не менее заканчивается оно тоже поражением этой кампании. И вот спустя 50 лет, ровно 50 лет после войны Судного дня, Палестина решает, ну опять-таки, да, мы сейчас говорим Палестина, подразумеваем определенное сплетение